дорогие подписчики! Сегодня у нас на видеообзоре крутая коляска один в одном. Многие просили эту коляску, и наконец-то мы ее вам привезли. Коляска по очень хорошей цене, коляска от польского производства, с польским каркасом и супер хорошей амортизацией. Давайте посмотрим поподробнее. Первый плюс этой коляски в том, что здесь идет ткань влагоотталкивающая, я проверяла. Есть отворот, который защищает вашего малыша от ветра, от снега, от дождя. Сзади, если что, есть москитная сетка для циркуляции воздуха. Накидка на ножке крепится по бокам на обычные две клепочки. Внутренность стандартная, малышу здесь точно будет комфортно. Здесь идет хороший матрасик в комплекте, вот он прям толстенький. Все боковинки светленькие, снимаются в любой момент и стираются. Когда ребеночек начнет подрастать и присаживаться, вы можете поднять спинку и зафиксировать в нескольких положениях. Вот. Данная коляска удобна для тех родителей, которые собираются купить ее и пользоваться примерно до 9 месяцев максимум, а потом купить реально крутую и качественную прогулочную коляску. Давайте посмотрим дальше. Ручка для мамы регулируется по высоте с нажатием двух кнопок. Любой наклон вы можете сделать, под себя построить. Здесь у вас идет резиновая ручка. Очень удобная, смотрите, такая с прорезями. Также в комплекте идет вот такая сумка в цвет коляски. Что касается низа, давайте посмотрим. Корзина для покупок у вас идет открытого типа, большая, все влезет. Если что, можно в любой момент снять и постирать. Колеса надувные, камерные. Для зимы это самое то, проедете по-любому без дороги. Тормоз один, хочу отметить, это реально удобно. Не с двух сторон, а именно один тормоз центральный и центральный. Опустили, колесики стоят, наверх колеса крутятся. Также, если что, они все съемные. Нажимаем вот на эту кнопку, вот чтобы вы видели, и снимаем колесо. Как мы всем всегда проговариваем, в идеале колеса снимать раз в месяц. Зачем, пишите в директ, я вас проконсультирую. Передние колеса у вас вращаются на 360 градусов и фиксируются. Нажимаем вниз, колесо поедет только прямо. Поднимаем наверх, колесо снова будет крутиться. Снимается вот с этой кнопки, также снимаем раз в месяц. Амортизация. Вот они ваши пружинки, за счет которых срабатывает амортизация. Ее можно сделать пожестче. Что вам нужно будет для этого предпринять? Смотрите, снизу есть вот такие вот рычажки. Не знаю, видно, нет на камере? Вот здесь вот. Если вы поставите рычажок в другую сторону, будет жестче. Сейчас она у вас стоит мягкая. Давайте это проверим. Я не прикладываю никакие усилия. Амортизация здесь реально мягкая. Это большой плюс. Например, вы хотите заехать на поребрик, не нужно прикладывать никаких усилий. За счет амортизации колясочка сама будет заезжать. Это реально удобно. Как снимается блок? Здесь даже нарисовано, чтобы вы не забывали. Первое вниз, второе в сторону. Раз, два. Произошел щелчок. И с другой стороны мы с вами делаем абсолютно то же самое. Раз, два. Щелчок. Теперь мы вытаскиваем вот отсюда ножки малыша и в ту сторону вытаскиваем головку. Вот. Также большой плюс этой коляски в том, сейчас скажу, что у вас здесь есть эффект укачивания. То есть, если что, вы можете коляску заносить домой и укачивать. Если вдруг вам этот эффект не нужен, вы можете убрать вот эти вот штучки, и она у вас будет полноценно стоять. Еще хочу отметить то, что вы можете эту коляску сделать с автолюлькой. То есть, у вас будет лежачий блок и автолюлька для машины. Автолюлечка всегда есть наличие. Автолюльки в разных расцветках, если что, всегда в наличии. Не забывайте, спрашивайте, если вдруг кому-то это необходимо. То есть она у вас спокойно встанет на каркас коляски, вы можете кататься с малышом и также ее снять и поставить в машину. Это реально очень-очень удобно. Так, а теперь давайте с вами сейчас все снимем, и я покажу, как коляска собирается. Вы пока можете посмотреть на расцветку, которая пока представлена в нашем магазине. Мы всегда будем привозить эту коляску в большом количестве, чтобы каждому досталось.
очень красивые, насыщенные расцветки. И не забывайте, ткань непромокаемая. Теперь давайте посмотрим, как она собирается. Вот здесь есть два рычажочка. Натягиваем их на себя, опускаем вниз. Срабатывает предохранитель, который не дает коляске сложиться. Например, если будет складывать маленький ребенок, чтобы он этого не сделал. Убираем предохранитель в сторону и опускаем коляску максимум вниз. Вот так мы с вами ее можем опустить. Также здесь есть фиксатор, чтобы в машине коляска у вас не раскладывалась. В принципе, вот, переносим где-нибудь за каркас. В принципе, не маленькая и небольшая. В багажник точно залезет. Потом убираем с вами фиксатор в сторону. Открываем. Ножкой чуть-чуть придерживаем и помогаем. Все, колясочка разложилась. Дорогие подписчики, ждем вас за покупками. Ваш любимый магазин, коляски, все.